Букмекерская компания 1xStavka. Ну а мы возвращаемся на корт Филиппа Шатерье, где уже появились на корте Рафаэль Надаль и Ришар Гаске. Я переживала, потому что, ну, кажется, вроде опыт есть, должна хорошо комментировать. Это определенную долю ответственности на себя накладывает. Мне понравилось, что мне удалось несколько матчей совместить в своем комментарии. Благодаря тому, что были паузы, меня к матчу Маши Шараповой отпустило. Я, наверное, теннисом болею лет с 13. В теннис начала играть в 10. Полюбился лет в 13, потому что первые два года я, наверное, все-таки, ну, там давление родителей, вот хороший вид спорта, надо заниматься, папа там занимался. И поэтому, наверное, тогда еще не было осознания. Потом в какой-то момент мы поехали на турниры, ну, и, в общем, закрутилась эта любовь. У меня вообще нету героев по жизни, это не только тенниса касается, я сама себе герой. Сама себе планку поставила, сама ее добилась. Сама себя оценила. А герои, ну, ты же никогда не знаешь, точно так же, как и с любым теннисистом. Ты не знаешь, что стоит за человеком до конца, через что он проходит, чтобы оказаться в том месте, где он. Через что проходит каждый спортсмен. Поэтому, ну, кумиры — это круто, ну, как бы на картинке. Ну, мне очень понравилась сегодняшняя Маша. Такая, какая, обновилась, да? И это круто. Ну, я вообще люблю теннисистов, которые, опять-таки, потому что кумиров у меня нет, я люблю теннисистов, которые открыты и которые умеют это нести другим людям. Таких теннисистов не очень много. Букмекерская компания 1xStavka.